вот блики. Первая ее мойка. Стоит спокойно. Ну, конечно, нервничает, язык он наружу. Ну, стоит спокойно, более-менее. Терпеливо, да? Да, маленький, да, девочка. Будешь красивая. Будешь вся вычесанная, вся замечательная девочка. Вот такая будешь. Ох, какая ты у нас будешь прямо. Ох, какая. Нет, нет, стоим. Нет. Стоим. Хорошо. Молодец. Молодец. Ай да, девочка. Ай да, умничка. Ну, прямо. Ой, я думаю, заблестела. Тут еще, конечно, чесать и чесать, но это уже... Это уже в процессе. Да, да, мой хороший. Только скажи, в процессе. Вот, вот. Вот, какая молодец. Мы сегодня... Ее только сегодня привезли, и водитель, который ее вез, сказал, что самая спокойная собака была. Все там что-то пищали, крякали, она самая-самая спокойная, говорит, вообще не видно, не слышно. В нашей машине она легла в ноги, и мы ее не видели и не слышали. Молодец. Потом пошли, погуляли по парку, потом как-нибудь я покажу, как мы гуляли по парку. Гуляем. Вот. А сейчас вот пришли, она отдохнула маленько. Мы решили все-таки ее ароматы поменять на Шанель номер 5. Вот, так что моемся, моемся. Меня не снимайте, пожалуйста. Ну вот, сейчас будем вытираться. Да? Да, Блэки, порядок у нас? Ай, ты моя хорошая, руки лижет. Девчонку вообще у меня просто любит. Просто ей ноги все вылизала, руки вылизала, ее облизала. Ой, это вообще просто. Очень ласковая, очень адекватная, очень послушная. И собакам предпочитает человека. Что немаловажно. Что меня очень-очень... прещают в ней. Я, конечно, брала как кота в мешке. Честно говоря, очень переживала, что там приедет. Боялась, что приедет какой-нибудь кабачок, чего я очень не люблю. Я люблю квадратных собак, нормальных такого телосложения. Вот. Ну и приехало вот такое сокровище. Натуральная прям дворянка-дворянка. Воспитанная, спокойная. Не лезет на рожон. С одними собаками почему-то целуется, на одних холку ставит, но либо ждет, когда они пройдут с поднятой холкой, освобождается дорога, и она идет дальше. Либо если они в наглую там овчарку подбегает, она ее так, знаете, как сказать, шарахается, как бы поджимается и ну, повизгивает, что ли, скалится. Ну, в общем, вот так. Защищается. Она как бы не нападает, но она как бы защищается. Как-то вот она выбирает собак, с кем можно. А другую встретили, она прямо ему морду, тоже мальчика встретили, она ему прямо морду облизала. Ну, вот не знаю. Вот, все, все. Красота моя. Будешь сегодня отдыхать, подмучайся маленько еще. И все, все. Сейчас будем тебя спать укладывать. Ну все, будем вытираться, тут уже нужны руки, помощь ребенка моего. Так что извините за короткое, может быть, видео, но больше никак. Все, всего всем доброго. Вот гуляем с Блэки, та бишь чернышкой. Пришли к озеру. Ну, попить она попила. Ну, лапки помочила. Ага, зашла по животик. Ну, потом вышла. Ну, мы не напрягаем. Нам не обязательно плавать, не плавать. Не стоит такая цель. Пусть отдыхает, пусть привыкает. И сама по себе. Вот.
Она пока еще окрестности эти свои выблочные обследует. Здесь она еще не была. Вот видите, как она все интересуется, все интересно. Сходили мы в ветклинику. Сказали, что собака здорова. Шикарное качество шерсти. Но мы ее вычесали, конечно, тоже там намыли. Качество шерсти шикарное. Зубы хорошие. Ну, где-то ей так вот на скидку не больше 2 лет, сказали. Вот так, 1,5-2 года. Так. Даже скорее сказали, в общем-то, 2, наверное, нет, около 2. Что нас очень все устраивает. Вела себя в ветклинике просто шикарно. Вот просто вообще там ветеринар говорит, да, говорит, дворняга лучше друг человека. Офигел. Все вообще, конечно, удивляются. Давайте пойдем. И удивляются, когда узнают, что из Краснодарского края привезена Ксюха. И у всех один вопрос. А что ближе-то не нашлось? Вот. Ну, на что я отвечаю, что из приюта я не хотела брать собаку. По простой причине, что там они сидят в этих вольерах вонючих. Там на головах друг у друга. Меня это не устраивает. Здесь я, как она появилась, так вот я за ней наблюдаю. И как ее стали уже отдавать, тогда уже решилась ее забрать. То есть я могла наблюдать, что за собака, как она относится к детям, как относится к машинам. Она адаптированная, она социализированная. А там большая собачка у нас появилась. Мы встали. Покажи собачку. О, какой пес идет. Ого. Да. Не, я на троллейбусе. Я села на да, там мальчик. Вот сюда, смотри в камеру. Так, не бойся, блядь, не бойся. Все хорошо, все хорошо. Пойдем. Пойдем. Ой, молодец какая. Молодец, не бойся. Он тебя не тронет. Все хорошо. Ай, ты моя умница какая. Обычно собак так, с осторожностью. Ну, вот так, она очень спокойно, она пока все обследует. Она вот, не играет на улице. Отпускать, естественно, мы ее не отпускаем. Вот. Ну, она спокойная, ветеринарки спокойно себя вела, как я уже сказала. Дала, дает смотреть зубы. Совершенно спокойно дает смотреть зубы. Дает себя вычесывать, совершенно спокойно дает вычесывать. Что еще делать? Тут мы только когти не успели еще постричь. Поэтому мы еще не знаем, что там будет с когтями. Как она даст, не даст. Пока еще там такой уровень, что не надо их стричь. Вот. Ну а так вот. Вчера мы даже... Ну нет, это я пока не буду говорить. Потом я засниму и покажу вам. Переходим дорогу. Быстро. Лаки, вперед. Молодец. Хорошо, собака. Хорошо. Молодец, собака. Молодец. Хорошо. Умничка. Молодец. Хорошо. Ну вот, в общем. Вот так. Гуляем тихо, мирно, спокойно. Мы спокойные. В общем-то, поведение устраивает. Дома она очень спокойно спала. Никого, ничего не дергалось, не кричала, не шумела, там не визжала, ничего. Не рвалась, не царапалась. Она в другой комнате спала. И ничего, никаких проблем. И...
И пока мы не собрались, она тихо себя вела дома. Вот что я хочу сказать. Просто я на ходу говорю, поэтому тут и за ней смотришь, и как ребенок у меня тут видео снимает для вас. Так что не обессудьте. Старайся ручонками не трясти. Вот. Пока мы не собрались, она совершенно не дергалась, ничего не скулила, к дверям не рвалась. Вот. То есть очень терпит. Терпит, конечно, она колоссально. В смысле, свой туалет. Вот. Хорошая собачка. А весит она 12 900. Сейчас ветеринарки мы ее взвесили. Вот. Ну вот и все. В общем-то. Так, не надо туда ходить. Туда не ходим. Не ходим туда. Во всякие эти дырочки не ходим. Вот и все. Спасибо. Так что все хорошо. Все у нас отлично. Ну, если будет что новенькое, мы снимем, покажем. А так собачка пока в процессе адаптации. Ну все. Всем всего доброго. Агопу спасибо. Все хорошо. Всего доброго. Вот дошли мы до озера. Вот Псюха соображает. Охлаждается, стоит. Рот закрыла, потому что уже шла еле-еле. Жарко у нас в Питере уже второй месяц стоит. Просто невозможная жара. 30-33. Практически без осадков. Просто катастрофа. Такого лета никогда у нас не было. Вот, но... С одной стороны, конечно, хорошо. Можно на юг не ехать. Ну вот, видите, попочку решили. Ой, приколистка, решили попочку охладить. Ну как ее вот увидишь, так и будем стоять здесь. Ждать, когда она сама выйдет оттуда. Когда она там водные процедуры закончит. Смей, собачка купается. Ну как купается? Зашла на половинку. Да, она не купается. Она водные процедуры принимает. Ну, туда вот думаю, вот не хочет идти, никак не хочет. Слушай, ну вода чистая, там вон рыбы немерено. Ну, раз рыба есть, да, тогда чистая, чистая, да. Ну, она как бы выглядит так себе, а так, знаешь, чистая. Угу. Ну, давай, рискни. Вон и Лика с тобой рядом. Попробуй что-нибудь бросить. Нет, видно, игрушки она пока вот как-то никакие не знает. Не играет и дома не играет. Мячик пробовали там что-то бросить. И колечки купили всякие, там игрушечки какие-то. Она не реагирует на игрушки. Не понимает их. Не знаю, с возрастом поймет или не поймет, узнаю. Ну вот, все. Релаксация закончилась. Двигаемся помаленечку, еще нам идти прилично через парк. Двигаемся. Ну давай, двигайся, Блэк. Двигаемся к дому. Блэки, сюда, малышка. Видите? Ну вот, я вам наглядно... Да куда она там пошла? Ты мне ее не поймать в кадр. Наглядно показала. Она... Лик, пойдем, 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 пойдем. Наглядно показала, что она очень-очень управляема. Но, тем не менее, без поводка мы, конечно, пока не рискуем. Потому что это сейчас она уставшая, а похолодает, кто ее знает, как это все будет выглядеть.
знаете, уже не такая будет убитая жарой, и энергии больше, ломанется куда-нибудь, поэтому нет. Пока пусть ходит на поводочке. Вот. Она и с девчонкой рядом бегает. Ой, убегает из кадра, я не успеваю. Я не блогер, извините. Это у Агопа все там видео, все такие профессиональные, художественные. А у меня так, дилетантские. Ну, я сейчас попробую, конечно, но я не уверена, что получится. Лик, не спеши. Сейчас, подожди, где она там? Открой. Сейчас. Сейчас попробую вам показать. Ну, не знаю, получится или нет. Лайки! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Ай, ты моя красота! Сидеть! Ай, ты моя красота такая! Умница собака! Гуляй! Лыкусь, гуляй. Ай, ты моя красота. Это мы вот только сегодня, вышли, вот шли в ветеринарку тоже этим же парком. Вот. Не надо все. И помаленечку так вот отрабатываем. Вот уже. То есть девочка сообразительная, действительно, она очень умница. Но ей надо привыкнуть, что мы не просто люди, а мы хозяева. Что вот именно с нами, постоянно она с нами, а не то, что ее могут куда-то отдать, кто-то прийти другой. Ну, понимаете сами, да, о чем я говорю. Вот. Лику очень ребенка любит, мою внучку. Очень любит. Пойдем, зайка. Девочки, девочки, пойдем. Лик. Вот, и что радует, что она... Не знаю, говорила уже или не говорила. Радует то, что она собакам предпочитает человека. Пусть даже она к нам еще, как я понимаю, не привыкла, конечно, но она предпочитает нас. Вот. Мы проверяли даже вот на длинный поводок, она где-то собакам и вообще там всему. Она следит за человеком, за нами. Она занюхается. Мы просто уходим, не тянем, не дергаем, ничего, просто вот уходим. И она в определенный момент, еще даже рулетка еще, мы вчера гуляли на поводке, не натягивается. И она уже бежит за нами. То есть она уже видит, что какое-то вот в ее мозгу определенное расстояние прошло. И она уже все бросает, всякие там нюхалки, все, и бежит за нами. Вот. Лик, ну двигаемся, не стоим. Мы тогда дома вообще не дойдем. Ее кормить же еще надо. Ну, охотница, что там? Охотница за птичкой. Обойди. Назад. Назад. Молодец. Хорошо. Дай кусочек. Хорошо, молодец. Ай, назад, молодец. Хорошо. Умничка, девочка. Ну, вперед, вперед, вперед. Молодцы, девочки. Умнички, умнички. С Ликой она и бегает. Так, команда рядом. Ой, опять собака наша на стрёме. Проходим, проходим, Лик, не тормозим. Вот. С Ликой она и рядом бегает. И бегает. Никуда не ломится. Вот как вот она пошла с ней, так она с ней уже и побежала. Никуда не ломится. Ну ладно, у нас тут парк еще большой. Фу, нам еще идти далеко. Так что, ну давай, Букусь, вперед. Так что заканчиваю. Основное, что хотела, вроде как показала. Господи, солнце светит, не вижу, есть собака в кадре, нет. Блэкочка, вперед, давай, пойдем. Пойдем, пойдем, девочка. Молодец. Все, всем всего доброго.